Итак, ребята, у нас два хороших потенциальных сигнала. Не зря копали, выпала вот такая кормушка. Она тяжелая. Кормушка. Ну, вот она, красавица! Получилось у нас уже вот такое вот количество яиц. Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас очередной коп. Выехали мы сегодня по чермету. Будем копать металлолом. Все на том же старом месте, который мы с комрадами нашли. И копаем, выбиваем потихонечку. Каждый раз у нас тут получается неплохо. Мы возим больше 200 килограмм за полдня. Вот, так что посмотрим, что у нас сегодня будет. Надеюсь, что-нибудь интересненькое, что-нибудь тяжеленькое у нас сегодня появится. Так что все, думаю, интересно будет. Смотрим и продолжаем. А теперь лопату, металлоискатель в руки, в зубы и копать. Итак, ребят, у нас два хороших потенциальных сигнала весомых. Здесь у нас лежит, вероятно всего, труба. Мы знаем, что она уже полметра. И вот здесь вот тоже видно, что какой-то железный. Вот она труба. Вы просили. И мы визуально при поднятии крупного какого-нибудь металла будем снимать. Ох, она вон туда, он дальше уходит. И прям здоровый кусок почему-то земли шатается. Возможно, она вот до сюда доходит, труба, и может быть какое-нибудь разветвление. Возможно, возможно. Даже кирка в данном случае не помогла, и нужно цель освобождать от земли, потому что она, походу, очень-очень крупная. Ну, по крайней мере, мы с вами уже видим, что она уже длиной метр, длиной. У меня Нива может до 2 метра вывести. Как вы видели вчера, труба у меня была 2 метра. Возьми мою лопату, удобнее будет. Вон там он у нас отдыхает, нефтяники. Вон там он, еще одна машина. То есть вчера на копе было здесь очень-очень оживленное место. Разговаривал я с несколькими парнями, и они ищут газ, нефть. Между прочим, один поделился, что вот в этом овраге, вот он овраг, есть прожилка нефти. Возможно, в скором будущем здесь поставить насос и будет из земли матушки выкачивать недра. Наше народное достоинство, как говорится, наше народное. А будет наживиться наша власть, государство. Что у нас там, серый, еще дальше? Вот, еще дальше уходит. То есть уже 1,5 метра. Неплохо, неплохо, чё. Сегодня я буду оператором и буду снимать у нас в работе. Как говорится, человек может смотреть в вечность, как горит огонь, как течет вода и как работают другие. Вот сегодня и будем смотреть. Надеюсь, это не труба, а что-нибудь. Нет, труба все-таки, труба.
Я, может, там один такой сплошной кусок железа думал, не пустотелый. Нет, это труба, оказывается. Между прочим, второй сигнал. Вот он, тоже труба. Надеюсь, наша труба не изгибается вот так вот. Надеюсь на это. Да, ребята, моя труба тоже ходит ходуном. Вот он, как вы видите, вот он мой сигнал. Да, 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 интересно. Теперь вопрос в том, что как бы ее загрузить в машину. Ладно, находка есть. Итак, ребят, здесь был перегруз, была проволока алюминиевая, железная. Вот, ну, мне казалось, что это не может быть, чтобы от проволоки такой сильный перегруз был. Цель была хорошая, потому что катушка и шукал сначала снизу, потом выше, 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 и сигнал все равно был четкий. Вот, и не зря копали, выпала вот такая вот кормушка. Она тяжелая, килограмм, наверное, сейчас Сера пойдет взвесит, 6 или 8, что-то в этом роде, не, 8 не может быть, 4 или 6 точно. Ладно, хорошая, вот таких вот, классно было бы накопать. Идем дальше. Итак, точно получается почти 6 килограмм, 5,8. Ну, нормально, 6-килограммовая кормушка тоже хорошо. Итак, ребята, Серый впервые что-то крупное сам откопал. Вот она, очередная кормушка. Классно. 6 килограмм. Зачет, зачет. Забирай, Серый, свою добычу. Сейчас будем по кустам ходить. Итак, ребята, не отходя от кассы, вторая кормушка. Ну, выкопал я ее уже. Вот такая вот кормушечка. Классненько, классненько. И вот здесь что-то сигналит. То есть здесь кормушка и здесь. А прибор... Ну ладно, сейчас посмотрим. Итак, ребят, решили мы кусты утаптывать. И, в принципе, удачно. Здесь вот у меня сигнал кребыкает очень приятно. И это очередная кормушка. Серый, выкапывай. Кормушечка, кормушечка. Были запчасти от кормушки. Вот на такая вот лопатка. Она внутри находится. И здесь вот еще одна. Не, не кормушка? Кормушка, кормушка, как же так? Вот она, красавица! И вот она, как раз такая вот эта лапка, которую я вам только что показывал. И вот она, очередная красавица. Классно, классно, классно. Продолжаем нашим методом. Уверенно утаптывать эти кусты и выкапывать кормушки. Итак, здесь кормушка и здесь сигнал хороший. Надеюсь, что кормушка. На ощущение по лопате, я думаю, тоже кормушка. О, появился какой-то железный такой. Классно, радует. Как лопата шкребыкает по этому металлу. Труба, что ли? Да. Это, ребят, просто кусок трубы. Ну ладно, тоже хорошо. Итак, ребят, покрапывает легкий дождик. Там темнота идет, чернота. Ну, радует то, что ветер небольшой идет оттуда, с той стороны. То есть, возможно, всю эту черноту сгонит, и мы сегодня полноценно весь день покопаем. Ну, как весь день. Пока
не наберем хотя бы 200 килограмм. Получилось у нас уже вот такое количество яиц. Раз, два, три, четыре. Четыре целых яйца. А, нет, пять целых яиц. И обломки. Так что вот такое вот получилось у нас уже. С яичками. И трубы. Трубы. Все загрузили сразу в машину, дабы под дождем не мокнуть, если вдруг он начнется сильный. Так что вот так вот. Погода пока не радует. Итак, ребята, дождик второй раз нас прогоняет в машину. Так что сидим и ждем. А дождик зарядил нехилый. Ни конца, ни края нету. Сидим в машине, пьем чай. Так что вот так вот. Сейчас, наверное, еще посидим и, возможно, будем закругляться. Итак, ребят, погода нас подвела, и нам придется свернуть удочки и валить домой. Небо очень сильно затянуто, конца не предвидится вообще. Вот, так что короткое видео получилось. Копали мы сегодня на ферме, подняли небольшое количество кормушек. Вот, в принципе, трубы, все прочее. Есть немного мелочевки. Вот, ну, конечно же, металлоприемка нам покажет, чего нам сегодня удалось выкопать. Так что покопали вот так. Ничего интересного, серьезного. По рублям даже и не знаю, сколько у нас получится. Досмотри до конца, и ты узнаешь. Повторюсь еще раз, видео оказалось у нас коротенькое. Я какое-нибудь еще продолжение вставлю. Какой-нибудь шурф или же коп на полях с прошлых лет, как в предыдущих выпусках. Надеюсь, вам понравилось. Поддержите канал пальчиком. Вот, так что пишите, комментируйте. И, конечно же, в следующий раз встретимся на шурфе или же на поле. Все, всем пока и удачи. Получилось как-то вот так, по весам. Неплохо, мы даже не ожидали. 193 килограмма. Зачет. Нас дождь прогнал, и так что под дождем копали. Прибыл я на место. Место меня, конечно, не радует тем, что у нас, как вы видите, за моей спиной очень большие сугробы. Есть несколько проталин. Вот, но не знаю, как у нас получится с этими проталинами. Вот, копать я буду сегодня один. Потому что мне сегодня на работу много ребят просит совместный коп организовать. И вот я думаю, совместный коп нужно делать тогда, когда удовольствие будет копать. Сегодня я приехал на разведку посмотреть насчет снега. Снег, как вы видите, есть, но так как я приехал, все-таки решил я ходить. Сейчас время 9 часов. Земля после ночи еще не потаяло, так что придется, наверное, подолбить первое время. Так что находки будут, вы об этом узнаете. Не переключайтесь, смотрим. Итак, у меня наконец-то
хорошая находочка, я предполагаю. Ковырнул лопаткой один раз, сигнал остался в ямке, второй раз ковырнул, и вот смотрите, вот она монета, она тонкая, к сожалению, наверное, вообще, это царская монета, но она затертая, я таких затертых монет еще в своей копательной карьере ни раз еще не видел. 1869 года. Судя по размеру, это у нас 1 копеечка. Александровская монета. Но она специально, что ли, затертая с обоих сторон. Вот такая вот у меня первая монета царская в этом сезоне 1869 года. Но затертая до неузнаваемости. Ладно, забираем. Находка все-таки. Продолжаем. Да, хороший был сигнальчик, и решил я его заснять. Вот. Вот из этой ямки выпал какая-то фиговина. Вот она у нас, эта фиговина. А снимаю, потому что очень хороший сигнал был. И даже не знаю, что это такое. Замок, что ли, или что. Подвеска какая-то. Она весьма тяжелая. Здесь вот имеется отверстие. Видно, поддушку какую-то или петлицу крепешь. И в середине, видите, 2 сердечка. Вот. Сам замок, походу. Нет, не замок. Был бы замок, у нас было бы здесь отверстие под ключик. Но отверстия под ключ нет. Интересно, что это такое вообще? Вот форма сердца, вот такая фиговина. И гравировка в виде 2 сердец. И здесь вот имеется 2 отверстия. Ну, на шею это вряд ли носили, потому что она весьма тяжелая. Вот у нас еще отпечаточек остался. Вот так вот он был. Вот, интересная вещица. Кто знает, подскажите, что это такое. Ну, явно не корове на шею. Но тяжелая. Ладно, продолжаем. Находки не густо. Так что, не знаю. Рановато еще копать, потому что обходишь участки, смотришь, где подсохло. А так можно было везде походить, посмотреть. Сигналы есть, но смотрю на ВДИ и ориентируюсь, пытаюсь научиться пользоваться этим прибором. Копаю по мере возможности все сигналы, что выше 50. Вот, так что так вот. Ладно. Время у меня пока еще есть, пару часиков. Так что будет что интересное, вы об этом узнаете. Не переключайтесь. Итак, хотел я поменять место дислокации. И как вы видите, я встрял в такую жопу. На ровном месте встрял. Там он проезжал несколько мест. Было гораздо куда хуже. Очень глубокие лужи были. Здесь практически сухо, но меня понесло в клею. Решил на скорости на пузе продраться. Не получилось. Вот, и пузом сел. Прямо на ровном месте. Машина тяжелая, 1,5 тонны весит почти. Вот. И на пузо присел. Колеса шлифуют. Ни вперед, ни назад. И решил я сделать вот такую конструкцию, потому что выбраться самостоятельно я не могу. Машины здесь не ходят. Это как бы дачное место. В основном здесь летом. Вот. И решил показать свою беду. Здесь я немного подкопал. Решил сделать вот такую конструкцию. Были у меня случаи, когда и сложнее конструкции у меня были. Вот, поддомкратил, вставил доски под переднее колесо, чтобы было сцепление. И вот думаю, заснять, может, кому-нибудь поможет. Был у меня случай, когда я в десятке вообще, где-то примерно в 30 километрах от жилья, вообще безлюдное место, и сел на пузо.
Представляете, сел на пузо, вверх и низ у меня висел. То есть сел на брюхо именно в центре. Был один, толкнуть некому. Вот. И мне пришлось сделать качели. Представляете? Поддомкратить одно колесо, подложить, потом второе, третье. В общем, помучился примерно часа два, но все-таки выбрался. И вот сейчас я стараюсь выбираться вот из такой дерьмовой ситуации. Попытка номер один неудачная. Шлифует колесо. Я думаю, под заднее колесо тоже. Под переднее левое тоже положить. Может насыпать типа щебенки.
ребят, с четвертой попытки все-таки мне удалось выехать. Здесь вот нарыл вот такой вот котлован при помощи досок и домкрата. Я все-таки выехал. Сейчас, наверное, перед тем, как ехать, надо будет посмотреть, пешочком прогуляться и посмотреть, где дорога получше. Потому что там, где я проезжал утром, была еще почва твердая, потому что был минус. Сейчас же плюс. Вот сейчас будем пути отхода искать. Сейчас посмотрим, сколько у нас времени. Может, по времени вы скажете, дурачок. Сейчас, может, еще покопаю немного. Вот, посмотрим, может, вот на этом участке посмотрим. Здесь вроде как плодовые деревья какие-то стоят, не знаю. Просто глянем, посмотрим. Все-таки отдохнем, блин, повредил я себе бампер, ёшкин кот, бля. Вон, видите, как он у меня вздулся. Это потому что я не просто сел на пузо, а черпанул еще. Ух ты, ни хрена там земли. Вот из-за этого он так вздулся. Потому что земли хрен знает сколько. Отошел у меня бампер с этой стороны, блин. И с другой тоже. Не все, слава богу. Ну ладно, хоть выехал. Сейчас глянем, сколько у нас времени. Может, уже домой пора, на отдых. Как-никак на работу надо. Зачухал всю машину. Вплоть аж до самой крыши. Говнеца понакидал. Ну, это у нас весенний коп. Вот как назло, смотрите, слышу по звуку, что КамАЗ едет. Но он тоже очень тяжело едет, видно, буксует там впереди, в той области. Мне вот как раз в ту сторону и надо. Слышите, как он на повышенных оборотах идет? Тяжеловато. Буксует. Ладно, меньше болтовни, сейчас посмотрим. Отдохнем, чаек попьем и с прибором походим по этому участку. Посмотрим, что здесь у нас так будет. Решила еще немножко покопать. Время уже, конечно, домой ехать и отдыхать перед ночью поздно. И все-таки решил отдохнуть с прибором. И вот у меня выпала вот такая вот круглая фигня. Думал, монета. Но, к сожалению, это не монета, а жетон с манисты. Рисунок какой-то проглядывается, но определить, что это конкретно, нельзя. У меня такой, по-моему, нету. После чистки можно определить, прочитать или разглядеть, что здесь изображено. По-моему, какое-то здание. Ну ладно, рядовая находка. Ничего особенного. Возможно, здесь Людовик нарисован. Ладно, продолжаем. Итак, с находками совсем туговато. Будем снимать то, что снимаем. Вот такой вот древнегреческий нож. Вот слепочек от него. Вот так вот он у нас лежал. Видно, очень старый. И, между прочим, кованый. Вот такой вот ножичек. Ну, датировать его никак нельзя. Я не специалист в этом деле, так что не могу сказать, насколько он старый. Но, судя по тому, что это ковка, вот, это времена до революции. Или время революции. Ладно, продолжаем. Итак, наконец-то долгожданная находка. Я сразу вам могу сказать, что это монета. И это советик. Сейчас мы посмотрим, ранний или поздний. Так, это у нас ранний советик. Одна копеечка. 1938 года. В таком хорошем состоянии.
практически налета нету. Хорошая находка. Отправляется в коллекцию она, конечно. 38-го года у меня еще нет. Ладно, продолжаем мы копать. Ну вот у меня и находочка из разряда конины. Я уже и позабыл, что они у нас имеются. Обычная вот такая вот конинка. Ровная, круглая и без дефектов. Находка. Конечно, хочется монет, но с монетами чего-то сегодня туговато. Очередная у нас находка. И подряд у нас конина. Вот так вот хорошо я ее срезал, прям не задел. Конина очень большая. Вот, таких у меня конин больших еще нет. Я имею в виду вот такой вот формы. Если для сравнения показать, то, которую я только что конину поднял перед этой, вот насколько она больше. Вот большая вот такая вот конинка у нас выпала. Обычно они большие, имеются такие узорчатые, красиво, а это обычная конина. Вот такие две конинки. Продолжаем. Ну, очень хороший сигнал. Я уж думал, что-то хорошее. Оказалось, у нас вот такая вот, такой вот, наверное, гребешок или расческа. Обычная. Звенело очень хорошо. Но, к сожалению, вот такая вот обломанная. Была бы целая, с зубцами, можно было ее взять. А так, отправляется она опять у нас в подземелье. Кто-нибудь ее выкопает и также порадуется, как и я. Продолжаем. Итак, у меня очередной хороший сигнал был. Медный. Превышал за 70, 82. И выпало вот такое вот колечко. Обычное колечко. Говорят, плохая примета колечки находить. Вот. Но я слышал, что чтобы это смахнуть, нужно колечко вот так вот очистить от земли и в него дунуть. И все будет нормально. Это обычное медное колечко. Сделано из монеты. Ну, монета, наверное, была копеечка. Нет, скорее всего, двушечка. Потому что ее развальцевали потом. Наверное, из двушки. Женское обручальное кольцо. Медное. Итак, буду заканчивать я сегодняшний коп. Хочу отчитаться, хотя стыдно показывать свои находки. Сегодня у меня, в принципе, была разведка узнать, как у нас на южной стороне растаял снег. Снег подтаял, значит, можно ехать на свои любимые места. Вот, выехал я сюда почему? Потому что это рядом, 10-15 километров от моего дома. Так что, ну так вот. Следующий коп, я думаю, поеду за царями. Вот, ну а по находкам у меня вот что. Нашел я вот такие вот три гильзы. Вот, одна интересная, вот такая вот здоровая. На ней написано Western. Я так понимаю, 1916 года. Вот такая вот пуля вместе с гильзой, вот так вот забита. Отдельно вот такую вот пульку нашел. Вот по конине у меня сегодня, вот смотрите, я не снимал конину. Вот, ну у меня получилось 5 штучек. Вот по возрастанию, видите, больше и самая большая. Вот такое вот колечко обручальное. А вот такой вот практически вырубыш. Вот, потом по монетам у меня получилось что? Копеечка 1938 года, копеечка 1965 года, две копеечки 1965 года, ходячку даже поднял 2 рубля. И вот такой вот царик. Царик убитый на нет, 1869 года.
И вот интересная штучка. Я даже не знаю, что это такое. Вот, но сердца. Любопытно самому, кто знает, что это такое. Может, кто видел, где что. Подскажите, что это такое. Для информации буду благодарен. Ну все, закончу я всем. Удачи, пока.